Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Татьяна, и сегодня я решила снять видео о фаворитах косметики. Но фаворитах не за последнее время, а в принципе то, что на сейчас является для меня самым-самым, не знаю, must. Это видео меня сподвигла снять девушка, которая задала мне вопрос, какие мои самые любимчики один из каждой категории. Вот, и я решила как бы сделать это отдельным видео, потому что я делала опросник для видео вопрос-ответ, вот, но это было бы очень обширный ответ, поэтому я решила вообще снять это как отдельное видео, и я постаралась выбрать реально с каждой категории один продукт, который, ну, я люблю больше всего, хотя это было сложно, потому что у меня, ну, не один продукт, который я люблю больше всего с каждой категории, у меня их очень много. Ну, как минимум, я не знаю, по 5 это точно, вот самых-самых, которые бы вышли именно вот на первое место. Но я постаралась выбрать реально как бы один продукт и решила тоже показать это в макияже. Я всегда выбираю эти продукты, ну, в основном. Выбираю эти продукты, когда я куда-то собираюсь на какое-то мероприятие, и я 100% знаю, что это самые шикарные продукты, я буду выглядеть с ними просто шикарно. И, кстати, советую так делать всем, когда вы куда-то собираетесь, не экспериментировать там с новинками, а брать именно уже проверенные, хорошие, классные продукты, да, и как бы потом не расстраиваться в конце, что что-то пошло не так, и психовать, и тратить на это время, лучше уже все проверено. Вот, а каждый день можно пробовать экспериментировать там разными другими продуктами. Так, еще такой спойлер, не обращайте внимания на мои брови, они немножко темноваты, потому что я делала буквально 2 дня назад коррекцию татуажа бровей. Вот, и еще не как бы, ну, те, кто знает, да, кто делал, что еще не сошла вот эта вот корочка, так что я сегодня брови, в принципе, почти не буду трогать, тоже я покажу свой любимчик, но в основном я их трогать не буду, потому что нужно, чтобы это все зажило и сошло. Кстати, кто с Израиля, кто хочет, могу дать тоже контакты своего косметолога. Она делает уже там и татуаж, в разные, и губ, бровей, и всего, и плюс всякие там пилинги, ну, короче, все косметологические услуги, очень хороший косметолог, уже она 17 лет с опытом работы, так что, кому интересно, пишите. Так, приступим к макияжу, и начинаем, конечно же, свой макияж с праймера. Самый мой любимый праймер — это от Guerlain, вот такой вот блюринг праймер Active Base, очень-очень крутой праймер именно для жирной, для комбинированной кожи. Обожаю этот праймер. Вот, всем советую, кто может его приобрести. Вот всегда, я же говорю, если я куда-то там, не знаю, собираюсь, иду, я всегда почти использую этот праймер. После него кожа такая гладенькая, напитанная. Оно тоже, ну, как бы закрывает поры. И запах просто потрясающий. Запах метеоритов в этом праймере очень классный. Дальше. Следующая у нас тональная основа. Тоже самая моя любимая тональная основа. Это вот такая вот Dior Forever матовой версии. Видите, даже она у меня используется, хотя я тоже ее там не использую каждый день. Она немножко плотноватая, так чтобы она каждый день. Но она, если на вечер, она круче, чем вот Estee Lauder Double Wear, который всем нравится. Она лежит более натурально, она не глухо-глухо прям матовая, что матирует, но тем не менее она и действительно матирует, она действительно стойкая, держится, не знаю, 2-3 дня, если вообще не умываться. И, в общем, всегда, когда я куда-то иду на вечер, я всегда использую вот эту вот тональную основу. У меня, это сейчас она в темном оттенке, 3,5. Но я когда зимой, я использую 2. Вообще в Dior у меня 2, 2N. Любая тональная основа где-то 2N, 2,5, 2. Вот, когда летом, я использую 3,5N, именно Natural. Вот это, в принципе, у всех. У меня вот это вот, где моя тоже самая любимая, которая на лето, вот тональная основа, Natural Nude, тоже она 3,5N. Но это такая ежедневная, тоже классная, все. Но вот это вот именно такой вечерний, классный, хороший вариант.
Так, будем использовать эту основу. Я говорила, да, я сейчас как бы показываю все-все-все мои любимчики. Ну, как бы, если я куда-то собираюсь. Да, не на каждый день, скажем так. Это просто вот те продукты, от которых я знаю 100%, что я буду идеально во всех смыслах. И будет быстрый макияж. Тоже запах у этой тональной основы просто какой-то волшебный. Вообще, я обожаю, конечно, в последнее время косметику Dior. Они после обновления, ну буквально как они, я не знаю, года 3 или 4 обновили свою полностью линейку, там и тональные, и консилеры, вообще все-все-все обновили, и не знаю, каждый продукт, который они выпускают, это просто сказка. Ну, есть, конечно, там, как говорят, семья не без уродов, некоторые, которые мне не нравятся продукты, но в основном это все очень классно. Вот смотрите, я даже не использовала Beauty Blender, чтобы там где-то что-то скрыть, оно все, ну не скрыть, а как бы растянуть, все идеально нанеслось вообще. Очень классная тональная основа. Так, дальше мой самый любимый консилер, конечно же, Sharp Shape Tape. Я просто взяла два, чтобы использовать два. Один немножко темнее, один немножко светлее. Вот. Но именно в первой матовой версии, у меня еще есть в кремовой версии тоже Tarte. Но тот тоже классный, на каждый день суперский. Но этот именно на вечер вообще идеально. Его можно даже не припудривать, ничего. Это, ну, вы знаете, это фаворит из фаворитов, по-моему, у всех. Да? Я вот этот более темненький взяла, medium scent. У меня очень много оттенков именно этого консилера. Потому что я на нем и работаю, вот, и уже давно, как только он появился, у меня прям он в любимчиках. Так, я наношу более темный оттенок на синички. Он просто идеально ложится, но, единственное что, его желательно только бьюти-блендером наносить. Тот, кто любит пальчиками, там, кисточками, он ляжет более плотно. Когда вы наносите его бьюти-блендером, он просто идеально ложится. Он как бы излишки убирает этот бьюти-блендер, да, ну не знаю, он идеально, он просто делает такую, блин, гладкую-гладкую кожу под глазками, и не забываются морщинки и никуда. Я не знаю, есть такие, которые его не любят, конечно. Так, я взяла немножко светлее, это Light Scent. Хочу немножечко вот сюда высветлить. И уже разнесу. Чуть ниже опускаюсь. Ну, как треугольничком, да? Я люблю себе это высветлять, потому что у меня тут есть такие как впадинки. И его, кстати, нужно буквально чуть-чуть. Просто я даже сейчас много нанесла, даже перевернула Beauty Blender, чтобы убрать излишки, потому что много нанесла. В общем, крутой консилер. Кто еще до сих пор, не знаю, может быть, есть такие, которые еще до сих пор его не попробовали. Всем советую попробовать. Еще, кстати, если взять вот эти вот в ручки, у меня самый любимый консилер, это вот Yves Saint Laurent, вот такой. Но я сказала, что я буду по одному выбирать, ну, потому что любимчиков у меня может быть много с той же самой категории, именно вот на первом месте, взаимозаменяемых. Вот, но сегодня буду показывать те, что я вот сейчас вот выбрала, да. Так, следующая у нас категория, это кремовый бронзер. Кремовый бронзер. Контур у меня самый-самый тоже любимый. Это вот такой вот Charlotte Tilbury. Все его знают. Контур Wand. Да? Я сейчас использую... У меня есть два оттенка. Есть там Fair Light, по-моему, да? И это Medium Dark. Medium Deep. Вот я сейчас использую на себе Medium Deep. Тоже все знают этот контур. У меня он самый-самый любимый контур. Так, его нужно открутить. Немножечко выдавить вот так вот. Вот. И я разношу этой же кисточкой для тонального крема. Он идеально просто тушуется, разносится. Ну,
просто. Ну и остаточками уже немножко прохожусь по лбу, чтобы не сильно много. Чуть-чуть добавлю. Чуть на подбородок. Когда подбородок я тушу, я опускаюсь вниз. Кстати, насчет кисточек. Мои самые-самые любимые. Что я сегодня не приготовила их. Забыла. Вот. Это рефер. Кисточки рефер. Но сегодня буду другими пользоваться. Не хочу уже их искать. Они у меня там чистенькие, помытые лежат. У меня тоже они есть все. И для глаз, и для лица. Вот тоже. Самое-самое любимое — это кисточки рефер. Так, дальше. Кремовые румяна. Следующая категория — кремовые румяна. Конечно же, это Hourglass. Мне очень нравятся эти кремовые румяна. И в последнее время я пользуюсь, ну вот, часто, очень часто ими. Сейчас я купила там новый оттенок, но я буду сейчас использовать самый первый, что у меня появился. Это Wonder. Очень красивый такой персиковый, абрикосовый, персиковый больше, наверное. Да, оттенок. Смотрите, какой красивый, красивый такой свеженький. Я их прямо так вот со стика наношу. Тоже тушуется идеально просто. Вот. И этой же кисточкой я разношу. Я люблю чуть-чуть, ну, остаточками уже на носик, да, и я разношу больше вот поверх коррекции. Вот так вот. Так, следующее. Следующая у нас категория — это кремовый хайлайтер. Ну, это тоже такие категории, которые, в принципе, как бы на каждый день это может пропускаться. Я как бы тоже показываю больше, ну, то, как должно быть, как бы, да. Это у меня Dior Backstage, вот такой вот хайлайтер. Просто тоже идеальный. Он очень красивого оттенка, такой, который, в принципе, я думаю, подойдет всем. Он ложится очень тонким слоем, он красиво кожу подсвечивает, как изнутри. Наношу чуть-чуть на руку, чтобы немного вышло. Вот. И пальчиками разношу. Смотрите, как он красиво все подсвечивает. Немножко выхожу на румяшки. Немножко под бровь. И, кстати, он очень-очень стойкий. Очень стойкий. Я его часто использую невестам. И, говорят, держится прям... Некоторые, знаете, любят невесты, которые... Ну, такой более естественный макияж. Я иногда даже не использую сухой хайлайтер сверху. Ну, такой, чтобы был более натуральная кожа. А использую только этот. И свечение, ну, очень красивое. То есть, в принципе, можно не использовать тоже сухой хайлайтер. Немножко на носик, на губы. И, ну, тоже, если я куда-то иду, чуть-чуть я его бьюти-блендером разнесу. Если я куда-то иду, я всегда использую его. Смотрите, тоже как красиво он светится вообще. Так, следующая категория — это у нас пудра. Это все нам нужно закрепить пудрой. Самая-самая любимая пудра именно с рассыпчатых пудр — это у меня Sensai. Несмотря на то, что у меня в последнее время в фаворитах это Shiseido, но Sensai у меня появилась раньше, уже как пару лет, и всегда она у меня была в любимчиках. Она очень мелкого-мелкого помола. Я, кстати, наношу ее, люблю наносить этой же самой пуховкой, она такая прям удобная. Я наношу вот такими вот, ну, как вбивающими, да, движениями. Остаточками только под глаза можно. Ну, можно нанести и другую пудру под глаза, но так как мы выбираем один продукт, она очень хорошо матирует, она не ложится какой-то там маской, она хорошо фиксирует. В общем, кто может купить эту пудру, присмотритесь к ней. Очень-очень крутая люксовая пудра. Вот. Ну и следующая категория у нас пудра — это прессованная. Я тоже покажу, но уже наносить не буду, потому что это будет немного уже пудр. То есть это у меня вот такая вот от Charlotte Tilbury.
У меня мой оттенок — это оттенок 2 medium. У меня есть еще там другие оттенки. Смотрите, здесь даже уже дырочка. Это у меня самая-самая любимая прессованная пудра, потому что у меня есть еще полно миниатюрок этой же пудры. У меня, ну, которые я беру в поездку. У меня есть еще одна новая, точно такая же во втором оттенке, потому что здесь дырочка, вот, и я на каких-то скидках приобрела, в общем, сразу себе уже второй оттенок. В общем, кто еще не попробовал, попробуйте обязательно эту пудру. Она действительно творит какую-то магию на лице, тоже все блюрит, сглаживает. В общем, лучше нет. Реально, есть на уровне, но лучше, круче нету спрессованных. Так, следующая категория у нас контурирование, да, скульптурирование. Самый, тоже самый мой любимый, фаворит из фаворитов, это от Наташи Деноне. Такой контур Sculpting Powder в оттенке 2. Вот этот оттенок 2 Medium, он подходит практически всем, очень многим. Он, смотрите, какой оттенок, да? Он не слишком серый, он не слишком, не знаю, рыжий. Он очень правильного такого коричневого оттенка. У меня есть тоже все, ну, мои, правда, ну, вот, видно, да? Но он не такой, что уходит в серинку, он немножко уходит в развинку. У меня есть все вот эти оттенки, и первый, и тройка, и четвертый, вот. Но этот самый такой универсальный, который подходит, ну, большинству. Так, буду использовать такую вот кисточку. И буду наносить это именно как контур, чуть-чуть под скулу, потому что у нас еще есть бронза. Так. Тоже присмотритесь к этому именно оттенку, к моему второму. Очень красиво. Следующая категория у нас бронзер. Это, конечно же, Gucci. Тоже во втором оттенке. У меня самый любимый — это второй оттенок. Ну, все знают уже, как он выглядит. Тоже очень хороший оттенок, такой правильно коричневый. Он немножечко идет с блесточками. В принципе, можно было использовать только вот этот вот Gucci, либо только вот этот. Но я просто хотела показать, ну, хоть как-то два. Так, я хочу взять вот эту большую такую кисточку для бронзера. Это, кстати, кисточка Микки Бугани. Вот этот вот израильский бренд, что я постоянно говорю, да. Это натуральный ворс, и она как бы как дюб, ну, как бы не копия, а дюб на Tom Ford. Есть такая же кисточка Tom Ford. И, кстати, еще одна кисточка, тоже дюб на Tom Ford. Не помню, какой там номер. По-моему, 5-я для тонального крема. Вот такая. Это тоже натуральный ворс. Вот как раньше у Tom Ford были с натурального ворса. И вот это вот вообще, ну, идентичное просто. И в Tom Ford еще классная есть вот там 0,6, которая для румян. Вот это тут нету такой, у него только вот эта вот большая и маленькая. Вот не помню, по-моему, Tom Ford это 5-я. Вот это вот 5-я, и вот это, по-моему, 1-я. Не помню, точно не скажу. Так, значит, берем вот эту вот кисточку для бронзера, и чуть выше я наношу этот бронзер. Этот бронзер просто идеальный. Это мой самый любимый бронзер вообще. Ну, мне тоже, как я говорю, еще я очень люблю бронзер NARS Laguna. Он сейчас немножко светловатый мне, то я сейчас использую именно вот этот. Еще я очень люблю контурирующую палетку Dior, которая вышла уже. Но у меня еще есть тоже еще одна в запасе даже. Вот, но, так как сказала, как надо один продукт, то это вот этот вот Gucci. Обожаю этот бронзер. Кстати, пудра Gucci мне как-то не очень понравилась. Ну, обычная пудра и пудра. А именно вот бронзер — это что-то уникальное. Не знаю, что здесь такое волшебное, но это реально самое лучшее. Так, дальше категория сухие румяшки. И у меня самые любимые — это тоже Tom Ford. Это последние румяна. Я их как приобрела, я тоже ими только постоянно пользуюсь. Уже как, ну, первые приобрела, наверное, год назад, в прошлом году. Вот. И мне очень нравится оттенок, конкретно 0,4 Cherry Blaze. Вот, очень красивый оттенок. Он
как персиковый, даже абрикосовый, больше как абрикосовый, ну вот это как персиковый больше, и это больше как абрикосовый, очень-очень красивый оттенок. Ну, румяна это тоже такое, это как тени, тут невозможно выбрать что-то одно, потому что это разные оттенки, разные текстуры, но именно вот эти вот двойки дуо от Tom Ford, они тоже, не знаю, чем-то уникальны, вот так же, как и бронзер от Gucci мне нравится, вот так и эти. Хотя я же говорю, румяшек тут выбрать очень сложно. Дальше у нас идут хайлайтер. У меня в любимчиках, так же, как и у всех, самая любимая это палетка от Hourglass, трио этих хайлайтеров, да, которым тоже всем нравится. Обожаю тоже эти хайлайтеры за то, что их тоже почти не видно на коже. Они дают полувлажный такой просто подсвеченный эффект. Никаких там отдельных частичек, шиммера, ничего. Очень-очень красиво ложатся. Я вообще их вот так вот все смешиваю, все три, потому что здесь первый такой более холодный, посерединке он такой светлый, теплый, светло-желтоватый даже, и последний, в принципе, если мне брать один, то у меня вот последний сейчас подошел. Вот, ну, я их люблю просто смешивать и наносить. Тоже чуть под бровку. Смотрите, какой идеальный просто блеск. Вообще, обожаю этот хайлайтер. Ну, это не секрет, как бы, это тоже фаворит очень многих, но хайлайтеров, конечно, у меня тоже много фаворитов. Я очень люблю хайлайтеры Dior. Обожаю вот эти вот четверки их из Backstage. Обожаю единичные вот эти всякие Dior. Да, и еще у меня куча MAC. Я очень люблю вот эти запеченные хайлайтеры. Много. Ну, в общем, если один, то это вот этот. Обязательно. Это вот этот должен быть у меня. Так, дальше переходим к бровям. Брови. Я как сказала, да, сейчас я, может быть, чуть-чуть только тушек сделаю. Вот, ну, не буду красить их тенями. Вот, но самые любимые мои тени это от Shiseido вот такой вот наборчик. Это для блондинок. Я знаю, что их сейчас уже нету. Ну, вдруг Shiseido выпустит какой-то новый, вот, но у них очень классная текстура, у них очень классные оттенки. От Shiseido у меня было в любимчиках Анастасия Беверли Хиллз в оттенке Тау. Сейчас забыла, я сейчас вспомнила, можно было этот взять, потому что тот можно купить, а этот уже нельзя купить. Вот присмотритесь тоже, кто блондинки, к Анастасии оттенок Тау именно называется, тоже очень классно. То есть похожие оттенки, тоже там двойка, да, похожие оттенки на вот эти вот Shiseido. Ну и с как бы гелей для бровей цветных у меня это Dior Show, это для блондинок, да, вот такой вот, это какой-то 011 номер, это с серии Backstage, вот я сейчас, наверное, ими пройдусь чуть-чуть, чтобы ничего там не задеть, потому что они еще у меня вот такие, в общем. Потому что буквально вот завчера я их только набила. Вообще с татуажем бровей очень-очень прикольно. Ну, это у кого нет волосков. Вот конкретно у меня почти нет волосков. Они очень светлые, они почти не растут, они очень редкие. Вот, то, конечно, это спасение, несмотря на то, что я умею хорошо так же самое сделать форму и все нарисовать, так как я делала до этого, до татуажа бровей. Вот, но это просто занимает очень много времени. Ну, очень, чтобы красиво вот так вот аккуратно сделать каждый день. Это мне нужно сидеть минут 15-20 только над одними бровями, как бы их там выравнивать и все, потому что это такая долгий процесс. Вот поэтому, конечно же, спасение в таких случаях это татуаж. Те, у которых есть свои волоски, своя форма, там только где-то заполнить все, то, конечно, им это не нужно. Вот. А если реально как бы рисовать форму бровей, то татуаж это спасает, это просто ускоряет утренние сборы намного, поверьте мне, потому что я рисовала тоже все красиво, все идеально, но очень много времени, особенно когда перед работой, надо на работу на 8 утра, и вот эти вот брови еще рисовать, еще надо успеть там как-то что-то подкраситься, это еще когда не получается, и вообще, в общем, это не психи. Так, следующий, переходим к глазкам. Значит, праймер для глаз, праймер под тени, у меня самый любимый, это Hourglass Veil Year Primer. Тоже я в последнее время только его использую. Это очень классный праймер и для сухих век, и для жирных век.
Он хорошо очень держит тени, он хорошо их раскрывает цвет, он не подчеркивает сухость. Допустим, у кого есть там, ну, морщинки, потому что я пробовала тоже на разных глазках, да, на клиентах, и морщинистые, и все. Он вообще ничего не подчеркивает, он идеально просто ложится, а наоборот даже разглаживает как бы века. Вообще, в общем, идеальный, идеальный праймер. Вот в последнее время, у меня последний год или даже уже больше, он у меня сам вообще в любимчиках. Так, дальше, давайте переходим к теням. Теней у меня, конечно же, в фаворитах очень много, очень. У меня есть, конечно же, любимые марки теней. То есть это выбрать даже с любимой марки какую-то одну палетку, это, ну, просто это очень сложная задача. Вот, но я выбрала ту, с которой я тоже, как сказала, да, если я куда-то иду там на вечер, там, не знаю, на очень важное событие, я беру 100% ее. Я тоже знаю, что я очень быстро и красивый сделаю макияж, буду получать миллион комплиментов с этого макияжа, класс. Вот, я всегда беру ее. Это вот эта вот красота. Это палетка вот Pat McGrath Bronze, версии Bronze. Я просто обожаю эту палетку. Только я ее получила, она мне стала любовью. Вот так вот эта красота выглядит. Тут, в принципе, все мои оттенки, которые я люблю конкретно на себе, да, это все теплая такая гамма. Есть немножечко здесь прохладных оттенков. Здесь вот этот вот хамелеон, он зеленый, розовый, тоже очень красивый оттенок. Потом вот такой зеленоватый салатовый, как бы тоже белый, переходит в салатовый. В общем, очень красивая гамма. Давайте вам вот эти покажу, спешалы. Не знаю, видно, не видно. Он зеленый с розовым, переходит в розовый. Вот, очень красиво, как такое влажное веко красивое смотрится. Вот этот вообще тоже, это золото с салатовым, с беловатым. Очень. В общем, эта палетка, это моя сказка. Самые мои любимые, конечно же, оттенки, это вот эти вот два. Один тоже такой, как Special Shade, тоже красивый такой, как розовое золото. Очень красивый. И красный, красный, красивый, красный. Вообще, он типа такой красный, на чуть-чуть желтой какой-то базе. В общем, это сказка. Ну и здесь классная, здесь, правда, маловато, я иногда даже еще беру дополнительно к этой палетке, это матовые оттенки, да, здесь хорошие матовые оттенки, здесь очень прикольный, сейчас покажу, Петру один, вот этот еще тоже бронзовый оттенок, но он как обычный, да, но тоже красивый. В принципе, здесь все оттенки красивые, вот этот вот только холодный здесь оттенок больше, ну вот эти зеленоватые, как бы, они тоже как бы как в холодинку, вот, и вот этот вот холодный, все остальные, они, ну, как бы теплая. Так, и еще давайте сразу покажу, это тоже как бы, ну, не категория, это будет категория палеток, давайте у нас, которую я одну попыталась выбрать, вот, и еще есть категория, допустим, пигментов. Тоже покажу, какие мои самые любимые пигменты, может быть, не будем их использовать, но это как категория, да. Самые любимые пигменты, это у меня Inglot, вот. Ну, взяла тоже два показать любимых оттенка, не могла выбрать среди них. Вот, это сейчас скажу, какой оттенок, 82, это тоже такой хамелеонистый оттенок, очень-очень красивый, но это вечерний оттенок, это не ежедневный. Он похож, он какой-то тоже дуохромный, мультихромный, он, сейчас даже сделаем, наверное, сфотч, может быть, будет больше видно. Он розово-золотой, с краснинкой, с зеленцой чуть-чуть даже есть. В общем, очень красивый оттенок, присмотритесь к нему в год. И второй оттенок, который мне тоже очень нравится, у меня вообще в год тоже все пигменты есть. Все. Вот, ну, это я выбирала тоже там, короче, 50-й оттенок. Это такой розовый с золотом, вот. Вот смотрите тоже, как он может быть в баночке, вот так вот, это розовый, и вот этот вот 82, вот так вот он выглядит,
Вот, этот розовый тоже очень красивый, он прям розовый-розовый с золотистыми блесточками. Вообще красота. И еще я внесла это в другую категорию. Это спарклы. Мои тоже самые любимые спарклы, это Inglot. Это они называются Body Sparkles. И самый мой любимый оттенок это 54-й. Они выглядят, они такие мелко-мелко-мелко дисперсные. И вот тут 1 грамм, но их буквально чуть-чуть надо. Очень красивый тоже ванильный оттенок. Такое и оранжевый, и золотистый, и розовый. Очень-очень богатый, красивый спаркл. Но он отличается от пигмента, потому что он такой более мелко-мелко дисперсный. И видно только такое, как, ну, переливание. Если здесь прям цвет, а здесь такое прям переливание красивое. Как ванила. Он у меня, ну, тоже такой же баночки, вот как вот эти пересыпанные. Это вообще, это мой must have. И самых, не знаю, must-have. Это ванильный, да. Ну, более мелко, то я взяла много. Более мелко дисперсный, чем вот эти вот спарклы, конечно. Вот, он очень красивый, так его надо растереть. Вот. Его почти не видно, и он тоже как хамелеон, такой переливается розовое, золото, чуть-чуть белое, персиковое. Тут, в общем, все такие. Еще у меня был в любимчиках из Makeup Atelier, тоже там, по-моему, 21-й пигмент, который тоже вот всем нравился, но он более такой, более с блесточками был. А ванила, вот этот мак, он более такой элегантный, что ли. Вот. В общем, вот это вот с рассыпчатыми теней, это мои самые-самые любимчики. Так, еще давайте покажу фаворит из кремовых теней. С кремовых теней обожаю тени от Donna Sue Myricks. Именно вот такие вот. У меня самый любимый оттенок, это называется Forever. Это мультихром. Мультихром, он тоже такой оранжевый, зеленый, красноватый. Так, сейчас как это показать? Вот этот мультихром. Их сложно передавать, но, в общем, красивый. Тоже, кто может достать эти, как это называется, Twin Flames. Я на них делала отдельный обзор, у меня есть отдельное видео на вот эти все пигментики от Donna Sue Myricks и в тубе, которые вот такие. Это сейчас покажу, это у меня как подводка, больше в любимчиках подводках. В общем, обожаю вот эти вот пигмент, именно вот этот оттенок Forever. Он у меня тоже везде со мной путешествует и вообще самый-самый-самый-самый любимый. Так, давайте приступим к макияжу глаз. Сейчас будем делать какой-то макияж с вот этой вот палеточкой, ну и может быть будем использовать еще вот этот вот кремовую теню. Так, приступим к макияжу глаз. Буду использовать сегодня кисточки вот эти вот тоже от Мики Бугани. У меня, кстати, их всего три. У него всего три в наборе вот эти вот кисточки, да, такая более кругленькая, потом более, ну, тоже она для растушевки, только более такая плоская, и еще одна чуть меньше, вот такие вот, ну, еще другие. Так, я возьму вот эту вот кругленькую, беру вот этот вот, где он, вот этот оттеночек, будем делать складку. Конечно же, у меня еще в фаворитах тени, скажу, моей марки, да. Фавориты. Это Наташа Денона, это Шарлотт Тилбери, это Том Форд, но не все текстуры. Сделаю, кстати, как-то все-таки обещанное видео про тени Том Форд. Это палетки от Dior, вот новые, последние. Я беру сейчас более темный оттенок, это вот этот. Да, и это же кисточка, я просто углубляю. Выхожу немножечко на складку. Я люблю именно на себе делать макияж, почему-то не знаю. От темного к светлому. Ну, как бы, да, я сразу вот затемняю уголок, а потом выделяю подвижное веко и так далее. Почему-то мне так именно конкретно на себе, но это
я не всегда так работаю, то есть смотря какие веки, смотря какой макияж, смотря, ну, много факторов, да. А на себе почему-то люблю вот так вот. Не знаю почему. У меня всегда получается сразу идет рука рисовать складки и так далее. Так, возьму вот такую вот маленькую кисточку, вот такую. И первым оттенком более светлым. Хочу тоже построить нижнюю веку, ну, форму нижнего века. Так. И тоже более темным оттенком, только у ресничного края. И я, это же маленькая кисточка, немножко углубляю цвет, этот же самый темный. Немного добавляю его. И давайте возьмем вот этот вот темно-фиолетовый, так как здесь нету темно, будем уже использовать одну палетку. И только у ресничного края добавим. Так, теперь еще покажу фавориты, тоже категория с карандашей. Потому что хочу сейчас добавить карандаш. У меня самые-самые любимые карандаши. Это вот Charlotte Tilbury. Ну, я взяла вот эти вот, вот такие двойные, да, четверка у меня получилась, да. Ну, в общем, карандаши от Charlotte Tilbury. Те, что выходили в последнее время, есть еще у нее единичные. Ну, не только двойные, а как бы как обычные. Очень крутые карандаши, очень красивые цвета. Обожаю тоже. Их всегда, вот эти вот четверка, я всегда с собой тоже беру в поездку везде. Потому что тут есть все. Есть два цвета в одном. Есть зеленый, есть у меня синий, есть у меня бронзовый и такой коричневый, есть у меня розовый и такой как бургундия. В общем, это у меня must have везде. Еще очень классные карандаши, ну, это уже кто из Израиля, вот от Иль Макияж, это марка Иль Макияж, израильская профессиональная марка, именно вот гелевые текстуры, очень классные тоже карандаши, тоже очень их люблю. Так, буду использовать вот этот вот коричневый с бронзовым, вот этот коричневый я хочу нанести на межресничку, на нижнее веко, очень легко, тоже классно наносится, вот вот так вот, не сильно быстро застывает, то есть если вы хотите их там растушевать, ну допустим использовать, да, как нанести, растушевать, тоже очень легко с ними сделать. Так, я хочу нанести до внутреннего уголка. Очень люблю этот цвет, кстати, этот цвет вот этом двойном карандаше, он такой же как цвет Pillow Talk, где-то у меня есть. Вот этот, нет, этот Walk No Shame. Ну, в общем, вот такие тоже единичные, по-моему, или Pillow Talk, он похож или на вот этот Walk No Shame. Как-то так. Ну, это такой оттенок, он немножко красноватый. То есть, если у вас, ну, там, карие глаза, это может быть смотреться как заплаканные глазки. То есть, он, ну, такой специфическая, не всем подходит. Вот для карих глаз больше подойдет вот эта вот двойка, именно такой как темно-фиолетовый и чуть-чуть в розовинку. Здесь получается одна сторона с шиммером и одна матовая. Вот. Дальше давайте я возьму, наверное, я хочу еще углубить уголочек больше, я возьму вот такую вот чуть меньше кисточку и вот этот вот темно-фиолетовый оттенок набираю. Хочу сам уголочек именно внутри, внешний, ну, как бы чуть больше углубить. Ну, в принципе, все. И растушую предыдущей кисточкой. Чуть больше вверх протяну. У меня там хватает площади между бровями и тушенкой. Если у кого маленькая, конечно, площадь, так не разбежишься. Ну, все нужно смотреть по анатомии глаза, конечно. Нету, вы знаете, нету как бы шаблона
как бы для каждого глаза, потому что все мы индивидуальны, в каждом у нас своя анатомия, свои построения, свои морщинки, свои складочки. Нету такого, чтобы можно было идеально просто повторить макияж, не знаю, любого, чтобы вообще все было точно так же. Ну просто это должны быть только, не знаю, близнецы и тут. Ну, близнецы тоже разные. Так, дальше давайте нанесем вот этот вот красивенный оттенок, который я люблю, вот это розовое золото, вот уже на подвижные века. Я наношу, люблю эти наносить именно пальчиками. И, кстати, вот когда я куда-то собираюсь, ну, этот макияж очень быстрый, и он очень эффектный за счет вот этих вот блесточек и вот всего. Вот смотрите, как красиво вообще. Да, такое мерцание просто красивое. Очень. Сейчас я ближе покажу. И все довольно быстро делается. Вот этот вот красноватый оттенок. И сделать переход. Вот такой вот красивый красноватый. Сделать переход вот здесь вот между темным, что я наносила, и поверх вот этих блесточек прям нанести, чтобы оно все там перемешалось. Ну, такой более интересный эффект. Ну, это можно делать, можно не делать. Это я уже так. Я люблю вот этот красный именно нанести тоже на нижнее веко. Но на нижнее я хотела показать кремовый вот этот кремовую тенюшку от Данессы. Вот так вот. И могу еще взять кисточку с предыдущей тушевкой, да, и немножко как бы тоже сгладить границы. Вот. В принципе, у нас уже красивый макияж, ну, почти готов. Так, давайте возьмем вот эту вот тенюшку, я покажу тоже. Я люблю ее использовать, ну, либо наверх вот так вот, да, как я использовала на подвижные века, тоже очень красиво, либо вот на нижней я ее беру... кисточка для подводки, такой вот маленькая, это у меня от Inglot скошенная, и наношу вот только, ну, как бы рисую подводку, только вот этот вот внутренний уголочек, вот, и где-то до серединки века. Очень красиво раскрывается этот, ну, как бы подсвечивает тогда вот эти вот голубые глаза, именно этот оттенок. Но нужно еще добавить темного внешнего уголочка. Где-то до серединки я довожу. Вот. И, кстати, удобно вот этой скошенной кисти. Не скошенной, а такой изогнутой кисточкой рисовать. Вот. Я коричневым оттенком как бы делаю немножечко внахлёст. Вот это то, что я сейчас делала, да. И делаю тушевку чуть-чуть, опускаясь вниз, чтобы нам увеличили глазик. Так. Ну, вот так уже получше. Этот вот первый оттенок, он сатиновый, и он такой... он... Возьму вот такую вот кисточку. Он не сильно плотный, ну такой плотноватый, но чтобы нам эти блесточки сгладить, вот так вот вышло. Но немножко такой в желтинку. Я, конечно же, опять, как и все, больше люблю вот эти вот всякие special shade, либо очень люблю, нет, сюда бы мак ванила больше пошла, потому что это немножко желтоватый, а у меня более как бы розовое золото такое на глазках. Давайте добавим. Или вот этот. Давайте добавим вот этот вот Sparkle 54. Он тоже очень-очень красивый и разноцветный. Я поверх этого добавлю. Тоже этой же самой кисточкой возьму. Его надо аккуратненько тоже так как впечатывать. О, вот это оно. Вообще огонь.
Ой, мне так нравится, когда я тоже крашусь, и мне нравится то, чем я крашусь, как это потом выглядит. Я просто балдею. Вообще, для меня макияж — это ну, не сколько-сколько там нарисовать что-то на лице, а именно настроение. То есть я с утра вот просыпаюсь, я еще сонная, как бы у меня еще там лицо какое-то может быть опухшее, все. Но когда я села краситься, все, я погружаюсь в это. Особенно, когда я крашусь, и мне ну, нравится то, что у меня получается. Иногда не нравится. Бывают такие настроения, что не нравится, вот, и, ну, прям не знаю, у меня потом поднимается настроение, у меня настроение хорошее на весь день, потому что я знаю, что вот у меня есть вот такие вот, там, не знаю, такая красота там на глазах или что-то, и всем нравится, когда еще ты получаешь комплименты, кучу, вау, какие красивые там глаза, или там еще что-то там, или там помада, или это, ну, то есть это, макияж это больше, не знаю, как настроение. То есть это даже не то, что там накраситься, это больше делать себе настроение с утра и на целый день. И таких ручек у меня, конечно же, самая любимая, конечно же, Tom Ford. Да, здесь такой, с одной стороны, тоненький-тоненький кончик фетровый, и с другой же, как кисточка кончик, вот такой вот. Позже, это у меня уже вторая, кстати, подводка. У меня первая была так долго, кстати, куда... Три, наверное, она не засыхала. И то, она засохла только сейчас, ну, вот эта сторона, что я чаще красила, это вот с длинненьким, а с вот этим фетровым я ее меньше люблю, как бы, и там до сих пор полно еще подводки. Это у меня уже новая. И еще мне в последнее время очень нравятся вот такие вот подводки, ну, я использую как темные, как подводки от Danessa Myricks, именно вот в оттенке чоколад. Очень красиво, особенно вот к этому, кстати, макияжу будет красивая такая подводка. Давайте ее сделаем. Я ее выдавливаю чуть-чуть на руку. Беру вот эту же скошенную кисточку, сейчас ее протру от теней. Вот эту, ну, не скошенную, а кривую. Кривую. Так, кисточку. И буду рисовать подводку. Я начинаю с середины века. Вот. Поворачиваю кисточку в другую сторону, тоже веду ее к середине века. Очень-очень быстро и просто вот, этой, вот этими вот кремовыми подводками, тенями, не знаю, рисовать. Вот смотрите, раз, и уже готово. И немножко выведем хвостик. Вот этой вот кисточкой тоже удобно вот так вот выводить хвостик. Вывожу хвостик. Поворачиваю кисточку и соединяю, да? Она очень красивая, кстати, это цвет вписался в этот макияж. И я еще люблю, если уже так рисовать, немножко продлить. Все. Давайте немножко вытянем. Единственное, что я сейчас нарисовала чуть длиннее, чем тушевку. Можно взять кисточку и чуть-чуть просто стушевать. Так, я уже закончила два глазика, то есть вот такая вот подводка у меня получилась, очень красивая. Мне очень нравится этот оттенок, именно в оттенке вот шоколад, вообще красота. Вот, и я думаю, он подходит под этот полностью образ. Так, дальше я нанесла уже тушь. За кадром я использовала вот эту вот тушь, у меня в любимчиках туши Lancôme. В принципе, в последнее время, вот, ну, последняя тушь у меня, это вот эта вот в любимчиках, это называется Monsieur Big, как-то так. Я еще люблю с розочкой такую пузатенькую тоже тушь от Lancôme. Мне, в принципе, почти все туши от Lancôme нравятся. Вот. И еще я очень люблю тушь от Yves Saint Laurent. Вот, ну, вот это вот тоже очень крутая тушь, то есть присмотритесь к этой. Вот она тоже делает вот красиво, несмотря на то, что у меня вот здесь вот такая вот щеточка. Пушистенькая. Вот у меня с ресницами вообще беда. У меня не растут, видите, не вообще. Если я куда-то иду, то я себе люблю клеить уголки еще вот в реснички. Вот я крашу, я не люблю на себе конкретно там полностью вот всю ленту. Я люблю именно уголки как бы удлинить. Особенно если я делаю такой макияж чуть-чуть со стрелочкой, то я доклеиваю себе уголки, либо там пучки, там несколько пучков именно в уголки. Вот, а так, в принципе, ну, это у меня такой, как бы, праздничный вечерний макияж, если я куда-то, ну, иду. Вот эти вот, конечно, переливания, наверное, не видно на камеру,
Но переливается все очень так красиво вообще, особенно если это вечером, при вечернем свете, это смотрится очень шикарно вообще. Так, ну и последняя категория у нас осталась, это губы. Губы, помады, все очень сложно тоже выбрать, так же как и тени, потому что это тоже зависит от цветов, да. И у меня есть тоже несколько любимых марок, которые мне именно нравятся сами текстуры. Вот, я выбрала пока что, остановилась на одной и на одном цвете. Это от Charlotte Tilbury. Мне очень нравится оттенок Very Victoria. Не Pillow Talk. Pillow Talk вообще мне тоже нравится, но мне больше даже нравится вот этот Very Victoria. Он такой, он похож чем-то на Pillow Talk, немножко, мне кажется, немножко темнее. Вот это вот Very Victoria, сейчас покажу, сравню с Pillow Talk. От Pillow Talk. Pillow Talk немножко Так, вот это Pillow Talk и вот это Very Victoria. Он более как нейтральный, а Pillow Talk он немножко такой в развинку, как бы больше. Вот, так что мне нравится именно вот это вот Very Victoria. Но вообще, конечно, помада у меня тоже много в любимчиках. Я очень люблю помады тоже от Charlotte, именно вот такие вот, которые кремовые. Это матовая текстура. Я очень люблю помады от Pat McGrath, от Наташи Деноны. Ну, в общем, у меня много вообще в любимчиках. Вот. Так, еще вообще бессмертный фаворит мой, это именно карандаш в оттенке Pillow Talk. Это вообще, у меня два вот таких вот огрызка, даже еще меньше есть один, и есть уже один в запасе новый уже. Это у меня самый-самый любимый оттенок помады. И он, кстати, подходит, он под этот тоже подходит, вот это с Pillow Talk, да, как он. И, в принципе, он подходит очень ко многим нюдовым помадам, очень. Так, давайте его нанесем. Закончил уже макияж. Потому что я болтать могу много, как вы заметили. У меня нет, не могу никак короткие видео какие-то сделать. Так, вот так вот выглядит карандашик. И давайте нанесем помаду. И вот так вот выглядит оттеночек. Но он больше нейтральный, вот как под цвет губ. Вот если бы, да, у меня любимые все помады от Шарлотты, но если бы, допустим, у меня все они пропали, и самую первую, которую бы я пошла купить, это была бы вот эта вот. Ну, если уже так. Палетки, если бы тоже у меня все пропали, я бы первую пошла бы купить вот эту вот, именно вот тут Pat, именно вот эту бронзовую, однозначно. Вот, если бы там, не знаю. Ну, в общем, сегодня было видео в том случае, что если бы у меня не было, после того, конечно, как я уже все попробовала, не было бы косметики, там пропала или там, не знаю, еще что-то, то есть первые продукты, за которыми бы я пошла, это были бы вот эти вот, которые я использовала сегодня в видео. Вот, конечно же, это не одни из моих там фаворитов, но это вот самые-самые-самые такие вот топ. Ну, за последнее, скажем так, за последнее время, даже не за последний год, а за последние там несколько лет. Вот такой вот у меня макияж получился моими самыми-самыми любимыми фаворитами косметики. Надеюсь, вам было интересно и взяли для себя полезное с этого видео. Вот, потому что действительно, мне было очень сложно сделать выбор на каком-то одном продукте, даже с каждой категории, потому что, ну, вы знаете, сколько у меня всего. Вот, и это было действительно сложно, но это реально как бы самые мои любимые, любимые, любимые из любимых. На этом все. Будем с вами прощаться. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях ваши впечатления, напишите тоже свои любимчики, может быть, тоже с каждой категории будет тоже интересно и мне почитать, и другим зрителям. Вот, и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!